Всем привет! Сегодня я покажу, как приготовить крем на основе белого шоколада и творожного сливочного сыра. Его еще называют крем-чиз. Это самый простой и очень вкусный крем, который идеально подходит для торта «Цифра», «Медовик» или «Молочная девочка». Ссылки на рецепты этих тортов я оставлю в описании под этим видео. Для крема понадобятся такие ингредиенты: 150 грамм белого шоколада, 150 грамм сливок 33% жирности и 280 грамм творожного сливочного сыра. Приготовление крема состоит из двух этапов. В первую очередь необходимо приготовить ганаш, то есть соединить шоколад со сливками. Для этого понадобится любой белый шоколад, подойдет даже пористый. Его нужно разломать на мелкие кусочки и переложить в емкость с крышкой. Я для этого использую обычный пластиковый контейнер. После этого возьмите сливки, поставьте их на огонь и доведите до кипения. Когда сливки нагреются, их необходимо вылить на шоколад и все перемешать. Для лучшего растворения шоколада воспользуйтесь погружным блендером. Он позволит получить однородную массу. После этого ганаш необходимо накрыть пищевой пленкой в контакт, а саму емкость еще сверху закройте крышкой. Ганаш оставьте в холодильнике минимум на 10 часов для стабилизации. Сначала в отдельной миске необходимо взбить миксером творожный сыр до однородного пастообразного состояния. Для этого крема мне больше всего нравится использовать творожные сыры Виолетты и Альметте. У них нежная консистенция и приятный вкус. Сыр необходимо взбивать миксером на невысокой скорости, около 2-3 минут. За это время сыр станет однородным и воздушным. После того, как сыр размешали, необходимо в него добавить ганаш. Продолжайте взбивать миксером на невысокой скорости до тех пор, пока крем не станет однородный, плотный и в то же время воздушный. У меня этот процесс занял около 2 минут. Крем готов. Теперь им можно наполнять кондитерский мешок и смазывать коржи выбранного тортика. Я надеюсь, что видео было интересным и полезным для вас. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал «Вкусные заметки». Как всегда, жду ваши комментарии под видео и с радостью отвечу на все ваши вопросы. А я желаю вам хорошего настроения и приятного аппетита!